во всей многомиллионной России такого не может сделать. И это сделал старший преподаватель физической культуры Омского кадетского военного корпуса Яковлев Денис Владимирович. Поздравляем. Поздравляем, Денис. Потрясающий результат. Поздравляю. Молодец. Рекорд России, рекорд Европы 238 раз, а там 255, и удивительное совпадение. За 2 часа 55 минут. 255. Еще раз. Даже побыстрее, чем в прошлый раз, да? И знак «Золотая звезда» рекордсмена России.